Юрий Лермонтов, нищий. Врат обители святой, стал просящий подаяние, вняк иссохший, чуть живой, от глада жажды и страданий. Пускай лишь хлеба он просил, взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. И так молил любви твоей, слезами горькими с тоской, как чувства лучшие мои, обманки навек тобой.